Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский заявил, что булка качественного белого хлеба должна стоить 50-60 рублей. Но готовы ли жители Кургана покупать продукт первой необходимости по такой цене? Хочешь не хочешь, будешь покупать, иначе голодом сидеть не будешь. Но такие деньги, я не знаю, где их брать-то потом. Ну, конечно, 50 рублей – это уж чересчур, по-моему. Ну, куда этот такой хлеб дорогой будет? Оно и так у нас продукция не дешевая. А куда еще поднимать? И так у нас страна катится. Ну, я не готова, но для меня это шок, для пенсионеров. Это очень дорого. Ответы горожан единогласны. Резкое повышение цены на хлеб недопустимо. Индивидуальный предприниматель Вардан Саргисян, генеральный директор Восточного хлебозавода, тоже возмущен подобной ценовой политикой. Я, как руководитель Восточного хлебозавода, вступаю всегда категорически против того, что у нас в нашем регионе, относительно других регионов, чтобы не было завышения цен на хлебобулочные изделия. На сегодняшний день стоимость буханки хлеба от Восточного хлебозавода варьируется от 12 до 15 рублей. Это самая низкая цена по Курганской области при его высочайшем качестве и отличных вкусовых характеристиках. На хлебозаводе Саргисяна используют современные технологии для производства хлебобулочных изделий, что позволяет производить качественную продукцию с минимальной себестоимостью. К тому же, по словам предпринимателя, завод не платит акционерам и инвесторам, в отличие от других хлебокомбинатов. Прибыль обеспечивается благодаря большим объемам производства. На Восточном хлебозаводе заверяют, поднимать цены не собираются. Хлеб всему голова, и он должен быть на каждом столе.